Победа у нас в крови. Младший лейтенант Энвер Джафар-Оглу Тагиев родился в 1919 году в древнем азербайджанском городе Шуша. В декабре 1941 года в составе 814-го стрелкового полка 236-й мотострелковой дивизии участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции. В октябре 1942 года Энвер Тагиев воевал на Брянском фронте, где был назначен командиром стрелкового отделения в 1281-м стрелковом полку 60-й стрелковой дивизии 3-й армии. Отличился в ходе боев Люблин-Брестской наступательной операции 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши. Награжден орденом Александра Невского, а также медалью за победу над Германией. Испокон веков азербайджанцы были воинами-освободителями. Сегодня армия независимого Азербайджана освобождает земли своих предков.